Уровень безработицы в Бресте снизился более чем на 1%, а это значит, что в этом году часть экономически активного населения города увеличилась. Всего в 2017-м в ярмарках вакансий, которые проводились 8 раз, участвовали 90 нанимателей из самых разных отраслей. Посетили мероприятия более 1000 брещан. Из них свое рабочее место нашли порядка 400 человек. На сегодняшний день вакансий достаточно, нам наниматели предоставили, все пришли с листами вакансий. Готовы принимать людей, ждут людей. Инициатива у нас проходит не так со стороны даже безработных, как больше на сегодняшний день со стороны нанимателей. То есть если весной в наших ярмарках вакансий больше нуждались и желали безработные, то на сегодняшний день наоборот. У нас наниматели просят, чтобы мы эти мероприятия проводили, потому что нехватка у нас людей на сегодняшний день. Насколько активно брещане интересуются такой формой трудоустройства, как ярмарки вакансий, говорить не приходится. По коридору центра занятости пройти практически невозможно. Одни здесь, чтобы сменить статус безработного, другие хотят поменять свое постоянное место работы в надежде найти более выгодные условия. Сейчас работаю, но я собираюсь увольняться, потому что меня не устраивает заработная плата. Я рассчитываю заработную плату хотя бы 400 рублей, как минимум. Потому что в том месте, где я работал, я много обязанностей выполнял, и накладные принимал, и все, и товар. И все остальное, и все равно получаю всего 237 рублей. Это, я считаю, очень мало. Ищем работу, чтобы зарплату 200-300 рублей, 500, без разницы работы. Хочу найти, чтобы работать. Самые востребованные и активно развивающиеся отрасли – строительство, здравоохранение и торговля. Сегодня для подбора кадров торговые предприятия города предлагали вакантные места 19 нанимателей. Самые крупные торговые сети – Евроопты, Мартин, Корона, Протовары и другие. Средняя зарплата, если в целом, у нас, допустим, по продавцам – это 400 рублей, по товароведу – 680 рублей, есть еще больше производственных помещений – 388 рублей. Если с ремонтник, 600 рублей. Открываются новые торговые точки и, конечно, востребованы на данный момент у нас продавцы. О результате этой ярмарки говорить рано, а на состоявшейся неделю назад свое рабочее место в строительной отрасли нашли порядка 50 брещан. А для тех, кто еще в поиске, следующая информация. В банке данных Брестского горосполкома насчитывается порядка 1600 вакансий.